Инспектор Уиллоби. Дело об ограблении золотохранилища. Режиссер Пол Смит. Художники Эл Коул, Эс Клайн. Авторы сценария Тед Пирс и Билл Данч. Композитор Даррел Колкер. Продюсер Уолтер Ланс. Банк на Речной улице. Черт возьми! Сегодня был ограблен банк на Речной улице. Похищены 50 тысяч долларов. Полиция подозревает грабителя банков Екса Бенедикта. Это я, ребята. И я ограбил. Здесь они меня никогда не найдут. К данному делу привлечен известнейший детектив инспектор Уиллоби. Инспектор Уиллоби? Слушайте, пора мне отсюда мотать. Где на этом глобусе самое дальнее место? А, вот здесь, Тибет. В аэропорт. Скорее, скорее. Мы уже почти приехали. Да скорее же. Отличное убежище. Пещера в Гималаях. Кто меня теперь разыщет? Кто разыщет? Кое-кто может разыскать. Наш бесстрашный суперсыщик, отважный, искушенный защитник порядка и законности, инспектор Уиллоби. Это я, друзья. И я уже вот-вот настигну этого гадкого злодея, Екса Бенедикта. О нет, не может быть. Однако есть. Терпеть не могу эту проклятую ищейку. Надо забраться повыше. Вы вполне могли бы сдаться, мистер Бенедикт. Да ну, не смеши меня. Я бы на вашем месте вел себя здесь потише. Взгляните-ка на этот знак. Опасность обвала. Опасность обвала. Главное, не сходи с места. Надо придумать какой-то план. Придумал! Это же страна ужасного снежного человека! На этот раз я дурачу этого маленького пролазу! Простите, не вы ли Екс Бенедикт? Нет, сэр, я ужасающий снежный человек! А, спасибо. Ужасающий снежный... Да ведь его не существует! Берегись трещин во льду. Берегись трещин во льду. А? В самом деле, берегитесь. X, деленное на Y, квадрат, чертеж расчет траектории. Судя по моим расчетам, он должен достичь Айдахо в 4:00 в четверг. Мне стоит сесть на самолет. Сейчас он, полагаю, приближается к Египту.
Судя по перезвону курантов, он пролетает мимо Биг Бена. Солнечная долина и вниз. Мистер Джеронимо. Солнечная долина, горнолыжный спуск. Тут и закрывается дело об ограблении золотохранилища. Он приземлится точно здесь. А вот он и сам летит. Поздравляю вас, вы только что вернули нашей стране первое место в мировом первенстве по лыжам. И теперь, как говорится, дело в шляпе, а точнее, дело в мешке.